понедельник в Самарской области пасмурная погода, пройдет дождь. Днем плюс 6, плюс 10, ночью плюс 1, плюс 2 градуса. Ветер западного направления будет дуть со скоростью 3-5 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, осадки в виде дождя. Днем плюс 8, ночью плюс 2 градуса. Ветер западного направления 3 метра в секунду. В Тольятти пасмурно, дождь в течение дня. Днем плюс 6, ночью плюс 2 градуса. Ветер западный 5 метров в секунду. В Самаре небо закроет тучи, пройдет дождь. Днем 6 градусов тепла, ночью плюс 2. Ветер западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 84%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.